На ковре Б закончился первый период поединка. В красном трико Иверху Гантуга. Монголия Улан-Батор. Ему 22 года. Спортивный клуб Гансур Талинт. 8 лет занимается борьбой. Мастер спорта. Тренер Аюк Меликпурупал. Иверху Гантуга. Бронзовый призер молодежного чемпионата Азии. В синем трико борется Магомед Расул Газимагомедов. Россия, Ставрополь. Магомед Расулу 23 года, мастер спорта. 10 лет занимается борьбой. Тренеры Фарзила Исламов и Эльдар Нажмутинов. Бронзовый призер чемпионата России.